На дворе марта, значит, пора готовиться к наступлению пожароопасного периода. Впрочем, республиканское лесничество уже во всеоружии. Сотрудники лесной охраны прошли ежегодное обучение в рамках подготовки к этому непростому времени. Сотрудники уже готовы. Каждый год перед пожароопасным сезоном они проходят обучение. Вот буквально на днях они прошли обучение. Пожароопасный сезон еще не открылся. Это зависит от погоды. Как пожароопасный сезон откроется, мы уже готовы. Важным подспорьем для работы в период лесных пожаров в республике станет новое оборудование и спецтехника. Ранцевые огнетушители, бензопилы и, конечно же, транспорт, предназначены для езды по горной местности. Получили новое оборудование, новую технику. В частности, очень полезно, очень выгодно нам ездить на УАЗиках. Потому что самые получимые КАМАЗы, но самые проходимые машины у нас это УАЗики. Вот, УАЗики на МЛПК и есть людские буханки, которые перевозим людей. Служба пожарной, лесной пожарной охраны зависит, насколько времени мы быстро доедем до очага, настолько быстрее мы потушим. И пока, в общем, все зависит от короткого времени подойти на пожар. К слову, площади лесных пожаров в Карачаево-Черкесской республике по сравнению с другими российскими регионами обычно незначительны. Это заслуга бережного отношения к природе со стороны жителей и гостей республики, а также регулярной профилактической работе лесной охраны. За последнее время, вот позапрошлом году было очень много пожаров в Тибердинском ущелье и в Учкуланском ущелье в основном. Это весь Карачаевский район. Были пожары, месяцами люди там жили. И тушили пожары. Местность у нас сложная, и сразу потушить не получается. А в прошлом году, благодаря и лесничеству, и мы совместно слаженно работали, в прошлом году пожаров не было. Был один пожар зафиксирован, это 0,5 гектар. Там за первые сутки мы его потушили. По словам сотрудников лесной охраны, в этом году они снова получат новую технику, что поможет привести лесопожарное формирование в стопроцентную готовность к любой внештатной ситуации. Алина Гидеева, Назир Капушев, Архыз, 24.